Надеюсь, не совсем заржавела. Солнце и ее штормовые стражи. Пимика, первая императрица Солнца. Это Яматай. Это действительно ты? Вернее, твои останки. Жертвоприношение. Ужасно. Но почему женщин сжигали? Очищение и восхождение. Вот что это. Это тот самый монастырь? Она льет воду. Зачем? Вот и ты, императрица. Стоп. Нет, это не вода. Это ритуал передачи власти. Обряд вознесения. Так ты выбирала себе наследницу. Вода! Черт, нет! Затем! Конец! Я отомщу!
хранители всех убьют. Кто такие хранители? Что им нужно? Убейте! Подойдет.
Это Лара. О, боже, Лара! Как я рада тебя слышать! И я, Сэмми. Скажи, остальные с тобой? Нет, я выиграла рацию охранника. Не понимаю. Меня похитили. Что? Где ты? Я не знаю. В каком-то древнем японском дворце. Они все время говорят об огненном обряде. Лара, я жутко боюсь. Боже, кто-то идет. Нужно спрятать эту штуку. Сэмми? Сэмми! Огненный обряд. Как в гробнице Пимика. Фронт, ты на связи? Направляюсь ко дворцу. Всех остальных тоже держи там. Я тебя догоню, и мы войдем туда вместе.